Богиня Русалнета. О, такой кадр подорвет всех. Опять реклама суши. Вечер с Лео? Зои, кажется, моя личная жизнь начинает устраиваться. А как же хвост? Не проблема. Смотри, учись. Красота. Сегодня Кая зажжет танцпол. Самба, Лео, поцелуй, ча-ча, раз, два. Упс, доигралась. Пожалуйста, останься в живых, телефончик. Нет, почему сейчас? Идеальное лицо Лео на заставке будет испорчено. Я смогу. Щелчок посильнее. Ноги, я выбираю вас. Давай же. Видимо, у телефона Зои сегодня тоже запланировано веселье. Тусовка без селфи. Что это за магия? На нем же не царапинки. Именно, пора раскрыть тебе мой секрет. Однажды и у меня разбился телефон. Но потом я нашла силиконовый клей. Прикрепляем раковину из морских глубин. Наклеиваем вторую для контраста. А чтобы сделать наш чехол более элегантным, добавим третью ракушку нежного цвета. Рядом посадим нашего маленького друга крабика. Пинцетом аккуратно выложим узор из стразов, напоминающих пузырьки. Ну вот, можешь не благодарить. Ура, он будет напоминать мне о море. И что бы я без тебя делала, сестренка? О, это же Лео. Постой, а можно с тобой на вечеринку? Хорошо, только следи за своими превращениями. Не повезло, почти получилось. Да, никогда еще не была так рада видеть ноги. А еще люди устраивают пенные вечеринки. Будто им в море мало пены. Ага, и куда это вы собрались? Да, просто Кая пришел лучший парень в городе и... Замолчи. Мам, ну мы просто пойдем потанцуем. Танцы? Ха-ха, сейчас разберусь. Здрасте, миссис Браун. Да, я Лео, пришел забрать вашу дочь на вечеринку. Бедняга, привет. Думаю, твоя мама меня не слышит. Может, пойдем уже? Мама-русалка, похоже, совсем не в восторге от кавалера дочери. Останетесь дома. Ну почему? Несправедливо. Ладно, поступим иначе. Проветривайся дальше. Человек тебе не пара. Забыл, где забор, который я перелазил? Среди людей вас ждут одни неприятности. Ничего себе. Мам, это жестоко. Что-то меня потянуло к земле. Сестринское плечо. Вот видишь, мама всегда права. Мое сердце разбито. Не плачь, я рядом. Семья важнее всего. Ну, хватит грустить. Мамы здесь нет. Сейчас я постараюсь все исправить. Опля. Смотри, как круто все получилось. Только не это. Снова этот хвост. Поверь в свои силы. Ой-ой-ой. Наверное, ее подкинули кашалоты. Ноги прочь. Ты лучше попрактикуйся. Такому трюку просто нужно время. Нет, вперед. Девочки. Я прикрою. Еще. Дорогая, я поеду проведаю бабушку. А это еще что за чудо природы? Просто репетируем смену хвоста на ноги. Больше не рыбоголовая, фух. Мои проказницы. А теперь серьезно, на вечеринке не ходить, иначе сдам в дельфинарий. Бабуля, привет. Что были дома. Ясно. До встречи, милые. Пока, мамуля. Что у нас здесь? Святые карасики, бабочки в животе. От Лео? Новая тусовка. Класс, но мы ей не можем. Разве ты забыла о мамином запрете? Мне как-то не хочется жить с дельфинами. Есть идея. И я стесняюсь на публике. Куда ее понесло? Перестраховаться не помешает. Нужно что-нибудь еще. О, идеальный вариант. Вот так? Фух, наконец-то. Запахло свободой. Плохое у меня предчувствие. Нам нельзя идти на вечеринку, правда? Ага. Ладно. К другим людям? Именно. Получается, если мы устроим вечеринку здесь, то нам не придется никуда ходить. И мы не нарушим мамин приказ. Ну, не знаю, Кая. Так и думала. Сестренка, мы же так давно хотели повеселиться и потанцевать от души. Хорошо, уговорила. А наши русалочки знают толк в забавах и уже готовы оторваться. Вау, подстава, как всегда. Конец моему веселью.
Да ладно, не ной ты. Придумаем тебе какой-нибудь особый танец. Чуть не забыла. Лео, приходи к нам на вечеринку. Погоди-ка. Знаю. Надеюсь, моральная травма была неглубокая. Скоро здесь будет вечеринка века. Итак, тусовка должна быть безупречной. С чего бы начать подготовку? Проверим список дел. Уйма заданий. Думаю, начнем с угощений. Что скажешь? Согласна. Приступим. Для русалочьего коктейля нам понадобится лед и газировка со вкусом лимона. Наполняем наш красивый стакан лишь наполовину. Ведь главный гвоздь программы – ароматная виноградная газировка. Кажется, здесь родилась настоящая магия. Не забудем украсить наш коктейль цветными желейками и красивой долькой апельсина для цвета. И какой же напиток без трубочки? Последним штрихом будет веточка мяты или розмарина. Наша красота готова. Вау, хочется поскорее попробовать. Ммм, вкуснотища. Оставь гостям, у нас совсем мало времени. Да-да, сейчас. Что там дальше? Нужно все успеть до начала вечеринки. Фух, мы хорошо поработали. Этого должно хватить на всех. Но что за внешний вид? Да уж, такой не подойдет для праздника. Интересно, этот лак подойдет к моему образу? Нет, слишком тусклый. Как же мне научиться? Не выходит. Спокойствие. Хвост! Надоело! Сколько можно меня не слушаться? Хочу это развидеть. У нормальных русалок другие заботы. О, можно сделать отличный аксессуар. Для основы я использую кусочек плотного полиэтилена. Вырезаю нужную форму и покрываю некоторые места клеем, чтобы приклеить блестящую ленту или полосочки из фольги. На внутреннюю часть я приклеиваю красивую деталь от маминой старой брошки. Напоследок добавим несколько цветных стразов различных размеров. Вот и наш праздничный аксессуар. Проверим, как сидит. Идеальное украшение. Эй, Зои, смотри, что я... Это что-то новенькое. Сама не знаю, как так получилось. Я теперь монстр. Такой наряд точно запомнят все. Одежда выбрана. Но что делать мне? Всегда такая самовлюбленная. Неужели гости? Так рано? Но тусовочная комната совсем не готова. Паникую. Стены сгущаются. Ох, теперь к делу. Вот это явление. Но гирлянды себя не развесят. Подожди, Зои! Устраивать вечеринки – сложная работа. Видимо, даже спокойная русалочка Кая решила включить свой турборежим. И для кого это она так старается, а? Побыстрее ты, не могу их сдержать. Будто на распродаже. Я всего лишь немного отдохну. Ой, извините, у нас технические неисправности. Никуда не уходите. Ну, успех был близок. Но почему я раньше не догадалась? Кто-то лезет через крышу? Приветик! Добро пожаловать! Вау, дайте-ка взглянуть! Давно я не был на такой стильной вечеринке. Мы вошли в историю. Дай пять. Рад тебя видеть, Кая. О, Лео, ты пришел. Упс, готовилась к тусовке и так истощилась. Беги к своему принцу. Развлекайтесь. Вон мои голубки общаются. Ты меня просто очаровала. Ну что ты, Кая будет такой красивой невестой. Я только о тебе и думаю. О, моя любимая песня. Хороший вкус. Видимо, угощения сестер-русалочек тоже пришлись их гостям по вкусу. Музыка улет. Вот это вы с Кая постарались на славу. Такая вечеринка запомнится надолго. Спасибо. Эй, народ, а как насчет плавания в нашем бассейне? О, идея просто огонь, сестра! Побежали скорее в воду! Мне показалось, или они немного странные. А как же дождь? Водичка! Ребята, идите к нам! Нет-нет, сегодня обойдемся без купания. Но здесь тепло. Ну и ладно, ничего они не смыслят веселье. Лучше пойдем к Эрику. А вот вкусняшки были неплохие. Возьму с собой парочку. Ха. А завтра и себе устрою клевую вечеринку. Радость уже приутихла, и ей на смену напрашивается кое-что похуже. Миссис Браун явно не одобрит такой беспорядок. О нет, мама нас убьет. Как нам быстро убрать дом, чтобы мама не заметила? Друзья, напишите в комментариях.
Обожаю контрабас, им играю лишь хардбас. Ой, что-то замечталось. Научишься делать свой, будешь любоваться. Манеры, как у моржа. А вдруг мама застрянет в унитазе? О, уже застряла. Бегу! Да ладно, пусть посидит немного. От Лео? Ой, я знаю, она смотрит про мачо в тюрьме.